Так, ну что ж, ребятки, всем привет. У нас сегодня 23 число, 23 апреля, солнышко наконец-то. Сегодня по плану было вообще поменять летнюю резину, поставить и поставить новые амортизаторы. Заказал контракт с Владика, вроде 60 тысяч километров, потому что после аварии, как вы помните, мне левую стойку поменяли переднюю. Правую я не помню, что поменяли. И вот уже 3 года прошло, и она, короче, сломалась. Хотел переобуться, но так как организм такое дело, я не знаю, почему такое организм у меня, но он решил, блин, заболеть. И у меня сегодня, вчера сопли пошли, состояние, как будто температуру 37. Ну, это говно, которое я записывал. Ну, смотрите, что с ним случилось. А, короче, вот в такую херню превратилась. То есть по нему стучишь, изгибаешь. Короче, вначале цвет поменяло, потом просто сломалось. Поэтому буду, наверное, перезаказывать другой, который с регистратором, который я говорил, что есть за 4000, есть за 5000. В общем, такая херня. Ну что, поехали тогда до гаража. Возьмем стойки. Они у меня остались там. Прогрелись. Стойки мне обошлись в 5000 стойка. Не знаю, дорого-недорого. Как звучит, я ямки проезжаю. Короче, из-за этих стоек, мне кажется, еще и яйца сломались там эти. Не у меня, конечно, но у машины. Их тоже менять надо будет. И втулки стабилизатора, короче, болтается стабилизатор. Ну ладно, теперь уже, наверное, у Славика включение будет. А чё тормозим-то? Ну, не показывает, ни хера не учили. Понакупят прав, блин. Машин тоже. Видите, стучит как. Из этого говна теперь еще и обзоры не поснимаешь, блин, потому что болеешь. То одно, то другое, короче. Приехали. Над землей мороз, что не тронь, все в лед. Так, ну что, по факту у нас как тут все действует. Откручиваем вот эти болты. Снимаем у нас датчик БС, тормозной шланг, он крепится тут. Ну и здесь получается три гайки откручиваем, и получится, что снимется. Ну что, мы все закончили, поменяли. Но эти стойки, короче, жижи немного, так как тут пожестче было. В общем, все затянули, все прекрасно. Единственное, только я вот эти развалины на той стороне не помню, дозатянул или не дозатянул. Откручивать опять. Ну, для безопасности, наверное, надо. Ладно, тогда всем, если понравилось это видео, ставьте, как обычно, лайк. GoPro 7 кончилось. Дозаписываем на
трешечку, сколько она уже пережила всего. В общем, так. Всем пока.